Завершит наш выпуск информации синоптиков Ульяновского гидрометцентра. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До встречи. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите исторической правды? Потому что мы не должны переписывать историю. Зная прошлое, мы не повторим ошибок в будущем. Потому что у нас многовековая история побед и мужества нашего народа. Потому что предки сражались, воевали за нашу сегодняшнюю жизнь. Потому что на истории воспитывается наша молодежь, и история должна быть честной. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области от 10 до 15 градусов тепла, в Ульяновске плюс 12, плюс 14. Завтра днем по области от 20 до 25 градусов выше нуля, в Ульяновске плюс 21, плюс 23.